Здравствуйте, это программа «Познаем истину», я ее ведущий Олег Харламов. Тема нашей встречи сегодня, уважаемые зрители, Иисус выражал сочувствие. Мы обратимся к Священному Писанию, книге Библии, мы обратимся к Евангелию от Матфея для того, чтобы понять, что предлагает нам делать Иисус сегодня в наше время, когда вокруг нас живут многие люди, нуждающиеся в нашем сочувствии. Хочу представить вначале гостей нашей студии, Елена Печкова, психолог, Сергей Богатырев, генеральный директор компании, и Арсен Акопян, архитектор. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы прочитаем текст, который поможет нам, наверное, дальше двигаться в нашей программе. Евангелие от Матфея, 14 глава, 14 текст. «И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их». Спасибо. Скажите, пожалуйста, почему люди часто одиноки среди толпы? Вокруг очень много людей. Сегодня практически в транспорте тебе негде и ногу поставить. Ты постоянно видишь вокруг себя людей, тебе, может быть, даже хотелось бы побыть где-то наедине с собой. Но все-таки действительно, почему люди одиноки среди толпы? Каждому человеку важно, чтобы рядом был друг, который его услышит, который его поймет. А толпа — это всего лишь обезличенное число народа, у которых свои цели, свои интересы, не более того. Поэтому человеку хуже от этого. Особенно, когда ему плохо, он понимает, что, в принципе, в толпе до тебя нет никому дела. Что, Елена, получается так, что по жизни ты вообще никому никогда не нужен? Нужен, но определенному узкому количеству людей. Чтобы только от тебя взять или что-то тебе дать? Смотрите. Мы давать можем очень многим, но на самом деле мы близки. На самом деле мы вот в тесном контакте только с очень немногими и очень доверенными лицами. Ведь я же не буду с проходящей мимо бабушкой делиться особенностями своей личной жизни. Но она как минимум не поймет и удивится. И вместе с тем я маме не расскажу какие-то вещи, которые там тоже могу обсудить с подругой. У близости, у доверия тоже есть свои границы. А если говорить о толпе, это всего лишь много людей, которые такие же одинокие, которые также идет, в принципе, все метро так и думают. Вот толпа людей, примерно там 1000 человек, и все люди в основном они одиноки. То есть никто никому не нужен. А действительно, вот этот вопрос, кому я нужен, этот вопрос тысяч людей, он находит сегодня свой ответ? Кому я нужен? Ну, возможно, этот вопрос задают все в своей жизни какое-то время. Потому что жизнь, она не просто реку перейти, да, это бурное море, бывает и тишь, бывает и непогода, но в любом случае, как бы, человек всегда нуждается. Хорошо, а кому я нужен? Давайте тогда ответим на этот вопрос, хотя бы какому кругу людей я нужен? Недавно я прочитал такое выражение, значит, говорится следующее, что есть два варианта люди, да, подхода человека к человеку. Либо тебя ценят, либо тебя используют. Самое главное сразу понять. Ага. Да. Поэтому вот. Да, исходя из этого, да, какую цель преследуют люди, наверное, можно ответить на этот вопрос. Говорят, что разделенное горе, оно становится меньше. Благодаря чему это происходит? И действительно ли разделенное горе, оно становится меньше? Ну, оно действительно становится меньшим, потому что ты видишь вот это сочувствие, ты видишь сострадание, ты видишь, что не ты один в этом горе, что тебе легче переживать, когда рядом с тобой есть близкие, родные, которые тебя понимают, которые, ты знаешь, заботятся о тебе, которые любят тебя. И когда они проявляют это сочувствие, участие в твоем горе, то оно легче переносится. Оно легче переносится. Скажите, а чужая боль может ли для тебя быть такой же, может быть, такое странное выражение, такой же больной? Может. То есть чужая боль, она может для тебя быть такой же больной, какой она является для другого человека? Как это может произойти? Полностью в той степени. На самом деле это индивидуальные уже особенности каждого человека, потому что некоторые более чувствительны, некоторые больше способны к сопереживанию. Это уже на уровне воспитания идет. Если в семье сопереживание проявлялось,
и мама могла открыто обнять ребенка плачущего, то, естественно, взрослый человек уже это так выражает. А если в семье родители говорили, то вообще успокойся, что тут плачешь? Как может человек тогда выражать? Он не умеет, у него нет навыков. То есть с детства мы должны воспитывать детей так, чтобы они понимали, что есть чужая боль. Да. Есть боль человека, которому нужно помочь. И вот эта боль, она может тогда стать меньше. Давайте мы прочитаем книгу «Екклесиаст», 7 глава, 1 и 2 текст. Интересные слова там записаны. «Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти – дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу». Но часто говорят об обратном. Лучше, конечно, ходить в дом радости, где можно повеселиться, хорошо отдохнуть. Вообще, прав ли Екклесиаст, когда говорит именно так, что лучше идти в дом плача, чем идти в дом пира? Ну, наверное, он какой делает... смысл от этого, что тебе лучше идти там, где плачут, а не там, где радуются? Ну, скорее всего, наверное, что веселье, оно имеет некий такой характер, который хорошо, когда хорошо, тогда все хорошо. А когда плохо, то все плохо. Поэтому человек, когда в плохом состоянии, он думает больше. А в хорошем состоянии человек всегда хочет еще веселья. Как вот людей, которые любят выпить, да, там всегда не хватает последней бутылки. Поэтому, видимо, он имел в виду, что нужно думать больше. То есть, когда мы больше думаем о смысле своей жизни, вообще о кратечности своей жизни, да, когда мы на свадьбе или когда мы на похоронной процессе, наверное, когда мы стоим у края могилы где-то и видим страдания близких нам людей, мы понимаем, а жизнь-то моя тоже в любой момент, она может закончиться, ведь мне нужно подумать, а как жить дальше, как строить отношения, потому что люди часто говорят о прощении лишь тогда, когда человек умирает, и когда проходят вот такие похоронные процессы, и звучит слово «Боже», то как раз это слово обращается к каждому человеку. Подумай, как ты живешь, пока ты жив, потому что сегодня можно нечто изменить. Священное Писание говорит, что Бога никогда никто не видел. Значит ли это, что Он далек от нас? Являемся ли мы брошенными детьми нашего Небесного Отца? Отец на расстоянии – это Отец, другими словами? В книге пророка Исаии написано так, что «грехи ваши сделали разделение между мной и вами». То есть, как бы, да, Бог поставил границу, да, Бог не ходит среди нас, и на небе мы Его не видим. Но все, что Он сделал и делает, мы это можем увидеть, оценить, принять благодарностью. Поэтому сказать, что Бог отошел, его нету, это то будет... То есть мы не брошенные дети. Невозможно это признать. Потом я не смогу признать лично, я себе говорю. Поэтому много чудес окружает нас, именно чудес любви Божией, проявленной каждый день, каждое утро, каждый вечер, когда мы ложимся спать, когда мы утром встаем. Бог всегда рядом. Если мы хотим увидеть это, мы увидим. И тогда из этих опытов, о которых вы говорите каждый день, тогда, наверное, выстраивается вера, вот как кирпичик за кирпичиком, да, и она становится такой очень прочной. Интересно, что Священное Писание говорит о том, как Бог относится к человеку. Книга Судей. Давайте мы прочитаем 2 глава, 16 по 18 тексты. «И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов, и поклонялись им, скоро уклонились от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним, они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их». Интересные тексты. И так написано, что Бог жалел этих людей, но если Бог жалеет своих людей, то почему не меняет при этом ситуацию в мире, где царят войны, насилие, боль, смерть, страдания? Бог жалеет, но не меняет ситуацию. Бог меняет. Для этого есть у него мы, его дети. Однажды маленькая девочка спросила свою маму: «Мама, скажи, пожалуйста, где я могу увидеть Бога?» На что мама сказала: «Ну, Бог, Он большой такой, огромный, но вот Он вот в каждом человеке». И тогда девочка задумалась и сказала: «Мам, а почему тогда людей не распирает?»
Вот знаете, по-моему, вот характеристика Божьих детей – это чтобы нас немножко распирало от Бога. Потому что Бог именно через своих детей действует. Мы очень многое можем всего лишь молитвой. Помогая одному человеку, мы уже помогаем всему миру. Я свято верю в это каждый день. Если я вижу, что человек, благодаря тому, что я с ним пообщалась, он улыбнулся, знаете, для меня это уже победа. Замечательно. А почему все-таки многие люди считают себя отверженными, если Священное Писание и практика жизни доказывает обратное? Почему все-таки они считают себя отверженными в этом мире, как своими друзьями, знакомыми, так и Богом? Откуда берется это чувство и осознание отверженности? Просто люди психологически очень часто сами себя начинают жалеть. И они начинают воспринимать мир враждебный по отношению к себе. И они на каком-то этапе, ну, им удобно такую позицию занимать. Но через некоторое время они понимают, что весь мир против него ополчается. И на самом деле они просто не видят вокруг себя вот то, что необходимо видеть. Они как бы внутренне закрываются. Вот, и поэтому вот наша цель вот, близких, знакомых, друзей, как бы вот подойти к этим людям и объяснить этим людям, может быть, посочувствовать, может быть, выслушать, может быть, где-то чем-то помочь. И тогда они изменят свою точку зрения. Потому что на самом деле эта точка зрения неверная. Да, неверная. Наверное, каждый из нас был в этом состоянии, наверное, отчужденности со стороны других людей, когда тебя просто не принимают. Особенно это происходит многое в детском возрасте, в юношеском, когда тебя не принимают просто твои сверстники. Угу. Вот как вести себя ребенку, когда он понимает, что он вообще никому не нужен, а влияние родителей не столь велико в том возрасте, как влияние своих сверстников. И поэтому ему кажется, этому ребенку, что весь мир восстал против него, и поэтому ему очень трудно потом находить доверительные отношения со своим Господом. И поэтому многие люди, наверное, не веруют в Бога, потому что они имели печальный опыт своего детства, когда просто были отверженными. Как важно здесь, наверное, со стороны родителей уделить внимание своему ребенку и понять, что нет, мир не таков, есть очень много других людей, которые готовы тебя принимать. Давайте мы прочитаем книгу «Исход», 2 глава, с 23 по 25 тексты. Книга «Исход», 2 глава, с 23-25. «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Наверное, вот прочитав эти тексты, возникает вопрос, как вообще увидеть Бога сквозь твои слезы, которые очень часто появляются на твоем пути? Как увидеть Бога сквозь слезы? Потому что когда человек испытывает переживания, он очень замыкается, ему никто не нужен. Да? Вот это состояние потерянности, наверное, состояние злобы появляется. Тебе никто не нужен, и ты плачешь. И вот здесь, в этот момент, когда мы вот читаем здесь эту историю, то, что происходило в египетском плену, то тебе нужно увидеть Бога. Благодаря чему можно его увидеть, когда ты плачешь? Иногда нужна слепая вера. Просто вот слепая вера на какой-то период. Я сколько раз это замечала у людей. Когда человеку кажется, что просвета нет, ему нужно просто уцепиться, вот как в канат, когда он через туман пробирается, вот через горные вершины, ему нужно пройти через пропасть. И он не видит впереди, вот на два шага. А вам не кажется, что нужно просто иметь рядом человека, который бы помог тебе если его нет? Да, если его нет, но получается так, что по жизни, получается, что таковых людей, то, что мы говорим, вокруг нас живут большое количество людей. Вообще, у вас есть друзья? У вас много друзей? Слава Богу. Слава Богу, есть. Они всегда приходят к вам на помощь? Конечно. Понимаете, настоящий друг, он всегда рядом с тобой. То есть, когда ты плачешь, он обязательно придет, он обязательно поможет. Конечно, когда разные есть обстоятельства в жизни, и здесь действительно я согласен с вами, что здесь просто нужна вера, несмотря на то, что происходит в твоей жизни.
Что значит Бог видит и знает каждого человека? На практике, вот вообще как это выглядит? Что тебе плохо, и ты можешь быть убежден, что Бог видит тебя, что тебе плохо. Как Он тебе помогает? Как на практике вообще можно это почувствовать, осознать и убедиться в том, что Бог сейчас знает мое настоящее положение? За что я могу ухватиться в этот момент? За то утешение, которое Он желает, да? Во-первых. Угу. Во-вторых, дает. Потому что, знаете, в любой ситуации тяжелой для человека, человек всегда входит в такое вот состояние, не как обычно в дни. Да? И человек всегда ищет выхода, ищет пути, ищет ободрения, утешения, понимания. И если он не находит, к сожалению, да, он приходит в отчаяние. Потому что, как бы, ну, сами понимаете, как человек может себя чувствовать в этом случае. Но Бог говорит другое абсолютно человеку, да. Он говорит только о любви, о желании спасти. И самое главное, что Бог дал жизнь человеку, чтобы эта жизнь протекала именно в том русле, которым Бог планировал. Не как человек, а как Бог планировал. Но если получилась такая ситуация, то, соответственно, из этого надо делать выводы. А это русло часто пересыхает в твоей жизни? Русло пересыхает, если его перекрывают. Если какой-то барьер есть. Да, но многое зависит не от меня. Я понимаю, что кто-то хочет сделать тебе зло. Это так, потому что так в Библии написано, что дьявол ходит для того, чтобы просто тебя поглотить. И вот когда пересыхает вот это русло, вот в этот момент, что делать? Вот именно, что барьер, не обязательно, чтобы человек сам перекрывал. Ему перекрывают этот барьер счастья, да, потока, так скажем, ручей счастья. Поэтому всегда нужно быть готовым. Что такое бой будет, да, твоя жизнь? Поэтому, да? И понимать, что в той ситуации я должен понимать, в кого я должен, кому я должен обратиться и кто мне на самом деле поможет. Когда мы говорим о Христе, Он добрее Бога Отца? Как вы думаете? У него иная доброта просто. Он не добрее. Многие люди считают, что вот Бог Ветхого Завета – это Бог более такой жесткий. Часто идут войны, Бог проявляет наказание, когда Он говорит: идите, уничтожьте там сотни тысяч людей. О Христе такого не сказано. Приходит Христос, который только говорит о доброте, а Христос говорит: ударили тебя там в одну щеку, ты поставь еще другую. И у людей складывается впечатление, что Христос действительно Он добрее Бога Отца. А почему вырезать народ является плохим поступком? Я сейчас задам такой вопрос. Ну как? Потому что каждый понимает, что вырезать целый народ, это, ну я не знаю, это геноцид, наверное. Поэтому Богу, который говорит о том, что Он есть Бог любви, наверное, это просто не присуще. Это вообще даже не стоит говорить о том, что Бог может вдруг такое проявить. Тогда чем Бог отличается от любого человека, который может совершить преступление и унизить или убить другого человека? Ну, давайте вопрос зададим, каков размер Божьей любви? Размер Божьей любви. Вот какой? То есть с ограничением или без ограничения? Люди думают о Христе, который оказался на кресте. И многие считают, вот смотрите, какой милосердный Господь Иисус Христос, что Он пошел на крест. И в этот момент люди очень многие забывают, а где же в это время был Отец? Да. А какой отец, если мы думаем о жестокости Бога, какой отец в виде страдания своего ребенка останется просто в стороне? То есть, я думаю, что, наверное, сердце отца в этот момент разрывалось более, чем сердце самого сына. Потому что родители всегда очень страдают от болезни, какие-то проблемы своих детей, они готовы отдать всю жизнь. А если мы говорим, что все-таки люди думают о суровости Бога Отца, это не связано с тем, что мы, люди, жестокие, вот как-то люди считают тождественно. Злой человек, значит, и Бог злой. И мы-то как бы перекладываем вот эту матрицу на Бога, потому что вокруг, к сожалению, есть действительно много жестоких, суровых людей, которых не интересует совершенно твоя жизнь. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 9 глава, 35-36 текст. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними,
что они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Спасибо. Скажите, а в каком сочувствии нуждаются современные люди? Вот мы прочитали, что происходило с теми людьми. Христос увидел людей, которые нуждались в сочувствии. Здесь очень интересно написано, что они были изнурены. Сочувствие, наверное, вложенное в дела. То есть, наверное, вот... те люди и современные люди, они ничем не отличаются друг от друга. Наверное, те же переживания, которые были у людей 2000 лет назад, они остаются сегодня актуальными, да. Они тоже сейчас изнурены гонкой за чем-то. Они куда-то современные люди куда-то летят, куда-то гонятся за чем-то, за какими-то, не знаю, мифами, за каким-то достижением чего-то. И они на этом пути и гибнут, и разбиваются. И на самом деле вот. То есть они изнурены, они рассеяны. Вообще человек знает, куда идет? Человек гонится, давайте изначально сходить, он гонится за любовью, за счастьем. Он достигает каких-то там вершин, каких-то, он покупает себе следующий iPhone просто потому, что для него это способ получить удовольствие. Человек в первую очередь, он не, люди не хотят от нас многого. Удовлетворение, некая вот какая-то вспышка вот эмоций, которая даст ему вот ощущение эйфории, счастье. Радость. Да. Да. Что со своей стороны вот, мы можем дать людям? Очень просто. Я всегда раньше говорила и буду повторять, немного нужно человеку. Ему нужно, чтобы мы улыбнулись по-человечески, с теплом, заинтересованно. Не задали английский вопрос «How are you?» в надежде, что сейчас от тебя отстанут. Простите, что я говорю так откровенно. А чтобы за этим вопросом стояло искреннее участие, что на самом деле происходит. Извините, до сих... не всегда это у семьи бывает даже. Не всегда родные люди. Родные часто ждут, что мы от них отстанем с нашими проблемами, что мы сами разберемся. А начинать нужно с себя, нужно самим подходить. Чтобы к нам подошли, нужно самому проявлять это участие. Почему они были изнурены? Наверное, действительно, просто не было человека, который бы им улыбнулся и сказал добрые слова, и да. Просто их поддержал. И сказал бы, ну да. Не всегда так будет. Это очень хорошее выражение. Если у тебя все хорошо, то, что вы говорили, Арсен, да, плывем по руслу, ты должен понимать, что не всегда так будет. Да. Где-то что-то пересохнет. И когда сложности, ты должен понимать, они не на века, потому что Бог опять же их решает. Здесь мы прочитали, что как овцы, не имеющие пастыря. Скажите, люди не хотят иметь такого пастыря или пастырю не нужны такие овцы? Видимо, не знают, не видят пастыря. Ну что, овец есть как бы... Пастырю такие овцы нужны? Они нужны в любом любые, случае. Нужны, любые. Потому что мы они это овцы, да, да. И мы нужны. Дело в том, что... Ну, возникает вопрос, почему человеку не нужен такой пастырь? Если ты рассеян, ты понимаешь, что есть тот, который может тебя вот, ну, как бы обнять, повести тебя туда, где тебе будет комфортно, то, что мы называем хорошей зеленью, да? Угу. Почему люди не идут? Почему они разбредаются? Каждый на свою сторону. И забрел, потерялся... Жизнь плоха, люди плохие, мир злой, и поэтому нет никакого смысла жить здесь, на этой земле. Знаете, вначале мы прочитали стих, что Иисус прослезился. В английской Библии это самый маленький текст Библии, стих. Иисус прослезился. Но я думаю, что это самый-самый большой смысловой текст Библии. Потому что в этом и жертва Христа, любовь Божья, желание спасти нас, сотворение мира – абсолютно все в этих двух словах. Иисус прослезился. То есть он не просто пришел, посмотрел, не просто пришел сказать, что нужно как-то поступать, а на самом деле проявил любовь, настоящую отцовскую любовь. То есть Христос не отмечает просто факт страдания человека, да. Он всегда старается помочь человеку. Друзья, мы продолжим нашу программу через несколько минут. Уважаемые зрители, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Уважаемые зрители, спасибо, что вы по-прежнему вместе с нами на программе «Познаем истину». Вновь хочу напомнить вам номера телефонов, по которым вы можете связаться с нами. Вы можете задавать нам вопросы. Если у вас есть какие-то особые пожелания в адрес нашей программы, мы с радостью это выслушаем. Мы говорим о сочувствии, мы говорим о том, как сегодня можно выражать сочувствие людям, которые нуждаются в этом. Скажите, пожалуйста, на что мы тратим свои жизненные ресурсы, что уже в молодости радость жизни заканчивается у многих людей?
Есть такое понятие «молодость в старости» или «старость в молодости». Вот как этот промежуток приходит в жизни, люди уже начинают думать о другом, то есть более о таких серьезных вещах. Поэтому если молодой человек там бегал, прыгал, скакал, так грубо говоря, да, получал удовольствие, то физическое состояние со временем начинает его уже как бы направлять на другие мысли. То есть надо уже больше там физические упражнения делать, там, ну, поддерживать тонус жизни. Потому что если человек не поддерживает тонус жизни, он в любом случае впадает в какие-то депрессионные... Хорошо, Арсен, а на что мы тратим тогда свои так силы, что молодой человек, которому лет 20, он уже не хочет жить? Ситуации могут быть очень разные, очень разные. Может быть, там, любимая девушка огорчила его. И все, может, уже жить не да, стоит. Да, может быть, родители что-то высказали, что он что-то не так делает. Причин может быть много. И в любом случае человек на той молодой, что ему нужно учиться, учиться и учиться. Поэтому жизнь научит. Если человек проявит твое терпение и стремление увидеть что-то большее, то... Но сегодня тенденция такова, что все больше появляется количество молодых людей, которые уже думают, что жизнь нужно заканчивать. Как это ни странно. Когда, казалось бы, впереди еще столько планов, столько возможностей для тебя открывается, но люди уже думают совершенно о другом. Мы не говорим о людях, которые уже прожили жизнь, mm-hmm. которые очень больны, им бы уже хотелось, наверное, уйти на покой. А именно мысль о самоубийстве преследует молодых людей. Я бы хотел коснуться в плане сочувствия, когда мы сегодня говорим, вопрос денег. Как вы думаете, деньги играют какое-то значение в вопросе сочувствия? Нет. Деньги вообще не играют никакого не купишь значения. Искренность за деньги никогда. Можно прийти к специалисту, заплатить ему деньги, но не факт, что этот специалист будет искренним при этом. Это будет чувствоваться. Можно купить профессионализм, можно купить какую-то помощь, но не купишь искренность, не купишь любовь за деньги. Но многие люди, оказавшись в сложной ситуации, нуждаются, может быть, и в финансовой поддержке. Основа что идет? Все-таки желание помочь, сказать доброе слово, да, может быть, разделить вот это горе, о котором мы говорим, и потом помочь. Либо наоборот, проще дать денег и не возиться с этим, ну, так часто скажем, бывает, не возиться с этим человеком. Особенно в семьях, когда родители заняты карьерой, и им нет времени на ребенка посочувствовать, у него какие-то проблемы, у него, может быть, какие-то есть нужды. Что-то купить, какую-то игрушку, откупиться, дать денег, и никакого общения. И что мы видим в результате, вот особенно на, вот мы видим на семьи каких-то там артистов или какого-то бизнесмена, какие дети вырастают бесчувственные, жестокие, преступления совершают. И потому что в основе, да, какой-то были момент, жизни деньги, да? В какой-то момент они... нуждались в этом сочувствии от родителей. Даже проблемы потом между детьми и родителями возникают. Они нуждались, а деньги были, денег много было. А мы говорим о сочувствии. Богатые тоже плачут. Да. Когда богатые плачут, что должны делать бедные? Поддерживать? Или радоваться? Ну, радоваться – это уже вопрос. Если тогда бедные начнут плакать, что же будут делать богатые, когда они плакали? Ну, мы реально, то есть практика жизни показывает, что если богатому стало плохо, да, и вдруг шикарную машину кто-то там, ну, это изъезженный, наверное, уже такой пример, но все-таки поцарапали, задели где-то. Ну, откуда берется радость у бедного, я не знаю. Так и надо, да, так и надо, обычно говорят. Ну, знаете, Бог наказал. Вот что должны делать себе бедные, когда богатые плачут? Ну, в любом случае, не улыбаться, не радоваться, это 100%. Вообще, если по-хорошему говорить, человечество – это большая семья. Мы все в той или иной степени, мы братья и сестры. И если я совсем сейчас идеальную картинку рисую, некую утопическую, я понимаю. Но по-хорошему, когда моему брату плохо, я все-таки ему сопереживаю. Даже если у моего брата там те есть возможности, те ресурсы, которых у меня на данный момент нет. Но я все равно сопереживаю ему. По идее, в идеале, опять же, вот как минимум сопереживание, что, ну, жаль, не повезло. Ну вот нам же не обязательно сразу же рыдать вместе с человеком. Но от нас этого никто не требует. Но какая-то минимальная вот эмоция человеческая, она должна быть. Скажите, а сколько стоит сочувствие? Иисус Христос рассказал притчу, да, о том, что пришли и сказали: дайте нам там
иди грейся, да, а при этом ничего не дал. Вот. Угу. То есть тут вопрос, говорить можно много, и в словах там приправленные там слезами, там, да, и все прочее. Но на самом деле мы живем на земле, где все физиологическое. То есть у нас где-то что-то болит, нам нужно кушать, нам нужно укрыться от дождя и все прочее. Это касается именно не внутренних, именно таких вот моральных аспектов, да, а вот явных, видимых. Поэтому человек должен по-любому приложить усилия. Те же финансы, там, приютить, дать. Нужно что-то делать, отдавать. Но слишком ли дорого стоит, тогда, может быть, такой вопрос, сочувствие для нас, если мы желаем посочувствовать другому человеку, оно действительно у нас заберет очень много. Цена сочувствия – это наш эгоизм. Начнем с этого. Да, цена сочувствия – это наш эгоизм. Слышал, как один пастор говорил проповедь и говорил, что когда он должен был жертвовать 100 рублей, и его чуть-чуть жаба душила, и он жертвовал 200, и этим самим душил жабу. Да, поэтому тут вопрос в чем, что если мы хотим это делать от чистого сердца, мы это сделаем и забудем. Понимаете? Зачастую люди делают добро и помнят до последнего. Я думаю, что оно не всегда очень дорого стоит. Кто-то сказал, что сочувствие ничего не стоит. То есть в плане того, что доброе слово, для того, чтобы сказать доброе слово человеку, для этого не нужны деньги. Для этого просто нужно что? Просто время. Конечно, время тоже дорого стоит, но мы легко разбрасываемся временем на многие вещи, но почему-то у нас не хватает для сочувствия. История блудного сына, вы помните, когда пришел этот блудный сын, отец отдает ему опять все. Вы помните, он отдал ему часть? И теперь отец отдает все. Скажите, сочувствие, сострадание должно иметь какую-то границу или нет? Апостол Павел говорит, что добродетель имейте рассудительность. Да. Только вопрос, где граница рассудительности? Добродетель – это дело такое, да, вот, творить добро вокруг и всем. Но рассудительность при этом – это уже мудрость от Господа. Поэтому... Но тот отец не рассудителен, как вы думаете, поступил? Он разделил все пополам, отдал каждому часть положенное. Часть отдал, все, ты забрал, пожалуйста, пользуйся, больше ко мне не обращайся. По сути, да. Так, да? Возвращается блудный сын, что делает отец? Опять перстень, опять дорогая одежда, опять там пир. Получается, что он ведет себя... очень расточительно, и мы говорим, сочувствие все-таки имеет какие-то границы или нет. Вот этот отец, который представлен в этой притче о блудном сыне, он не должен был так поступать или должен был именно так поступить, если он отец? Помните, в Евангелии Петр приходит Христу и говорит, сколько раз мне нужно простить? До 7 ли раз? Угу. Возможно, имел в виду, что 7 раз – это очень много, но Иисус Христос ответил не 7 раз, а умножь еще на... 70. Да, поэтому Божья любовь и милость не имеют границ. Это человек ограничивает что-то. И нам иногда очень кажется это, может быть, неправильным, нелогичным. Мы бы так бы не поступили, и мы действительно бы как бы старшие братья, может быть, высказали бы все отцу. И это так и есть. И также в притче, помните, когда владелец виноградника нанял людей, там, кого там пораньше, кого попозже, кто час работал, всем заплатил одинаково. Мы вот недавно разбирали эту притчу, и нам кажется, ну, это действительно неправильно. Но Бог, вот Он таким образом действует, Он все готов отдать. То есть Бог действует вопреки разумности человеческого понимания. Принципам, да? Мира, который помощи, здесь. Доброты, сочувствия, сострадания. Ну сколько раз можно помогать, мы иногда говорим этому человеку? То, что вы говорите, а сколько раз это то же самое, сколько раз прощать, а сколько раз помогать? Как кто-то говорит, ну сколько можно там вот, часто в церкви где-то объявляют какой-то сбор для того, чтобы помочь людям. А сколько, друзья, будем жить на этой земле, столько и будем вынуждены помогать, потому что сегодня кто-то оказался в беде, завтра можешь ты оказаться. Давайте мы почитаем, посмотрим, как Иисус вел себя, когда Он видел людей, близких, которые оказались уже при смерти, либо уже умер. Вдруг его... Евангелие от Иоанна, 11 глава, 35 текст. «Иисус прослезился».
Короткий стих. Короткий стих такой, да. Когда мы читаем эту историю и знаем, что дальше Иисус воскрешает этого друга Лазаря, то возникает вопрос, зачем Иисус плачет над Лазарем, если тут же мгновение ока может его воскресить? В первую очередь Иисус в данной ситуации, как я вижу, он человек. Он человек, которому больно. И Христос не стесняется показать свои эмоции. По сути, он показывает, что плакать – это нормально, плакать – это правильно. А плакать своего друга, даже если сейчас включится его божественность, и он скажет «Лазарь, встань», в этот момент ему просто больно. Ему действительно грустно. Это один из аспектов идет, потому что можно расширять дальше. Но ключевое – это та эмоция. Мы часто очень боимся проявлять свои эмоции в жизни. Мы считаем, что заплакать стыдно. Как воспитывают мальчиков? Если ты плачешь, ты не мужчина. Мужчина не плачет. А потом у нас инфаркты сейчас 32 лет. Здравствуйте, приехали. Мужчина не плачет. Но умирают. Христос, но умирают. Мужчины, да, ну, лучше бы стиснут зубы, да. Вот, по-моему, лучше пусть... Вы знаете, я всегда преклоняюсь перед мужчинами. Огромное уважение те, которые плачут. Те, которые не боятся заплакать. Сильные люди плачут. Христос сильнейший из всех, кто был. Он заплакал. Это огромное. Вот для меня это огромный подвиг Христа уже в этом. Он проявил свою нежную, очень трепетную душу. Кто-то, может быть, смотря и слушая нас, может задать вопрос. А зачем Бог наказывает людей смертью, а затем плачет над ними? Ну, начнем с того, что смерть – это как бы не наказание, а избавление. Потому что, представляете, люди бы жили бы вечно в таком вот всем творящемся мире, что мы сегодня видим. То есть вы хотите сказать, что если человек умирает, то нужно еще сказать спасибо Богу, что ты умер именно в этот момент, чтобы ты не мучился дальше. Вопрос правильный поставлен. Но, знаете, Бог ответит на это по-другому. Бог ответит на это по-другому, как в Писании написано, «Я приготовил вам лучшее». Поэтому мы можем держаться за эту жизнь, обвинять все вокруг, в том числе и нашего Творца, любящего Отца. Но в любом случае Бог приготовил лучшее. И наше стремление, наши цели в жизни – если они не направлены, как лучи, на этот результат, который Бог желает, да, дать каждому человеку, жизнь вечную, то все остальное – это бренность. Оно пройдет, закончится, и как цветок, как апостол Петр говорит, увянет, засохнет, и нету его. То есть мы можем говорить о том, что Бог никогда не был инициатором смерти, да, для человека. Никогда. То есть изначально… Бог сотворил нашу землю для жительства, и не было в планах Господа, чтобы человек умирал. Поэтому очень сложно говорить о том, что Бог наказывает человека смертью. Человек делает выбор, и человек живет вот в таком состоянии борьбы и страданий. Наверное, один из последних вопросов. Скажите, а Бог знает меру человеческих страданий? Знает. Да. Каким образом? Когда люди говорят, если бы он знал, он бы уже остановил это. У каждого человека действительно есть некий свой предел. И, по сути, просто слабость человека... Человек априори боится боли. Начнем с этого. Мы физически... Мы не любим, когда мы обжигаемся. И, естественно, человек хочет от этого отпрянуть. Но если посмотреть под другим углом, боль – это урок. Страдание – это урок. Господь хочет через это нас научить. И поэтому, пока урок вот не завершится, пока человек не сделает выводы, то урок длится. Но если... вот мы замечаем это по жизни наших друзей, знакомых. Каждый это может увидеть всегда. Если действительно человек уже начинает срываться, внезапно происходит что-то. Мы называем это чудо. И как-то вот все вот совершенно случайно вот оно становится на свои места. Это как раз та мера. Бог знает меру. Спасибо, друзья, за участие в программе. К сожалению, время нашей встречи закончилось. Уважаемые друзья, сегодня мы поднимали очень непростой вопрос сострадания, помощи тем людям, которые живут рядом с нами. Священное Писание говорит о том, что мы должны обращаться к Богу, к нашему Богу, в Которого мы веруем, Богу всякого утешения. Поэтому давайте будем замечать тех людей, которые в проблемах, переживаниях, которые нуждаются просто в добром слове, чтобы мы сегодня могли доверять Богу и учиться у Него, как утешать других людей. И проходя через страдания жизни, всегда помните о том, что Бог на нашей стороне. Бог никогда не хочет, чтобы мы
страдали, умирали. Бог хочет, чтобы мы жили. Но живя среди греха, к сожалению, мы встречаемся с такими фактами, как насилие, смерть, боль и слезы. Пусть добрый Бог дарует вам мира, спокойствие в сердце. Если вам очень тяжело в данный момент, друзья, пишите в адрес нашей программы, мы сможем помолиться за вас. Пусть благословение Господне всегда сопровождает вас по этой жизни, и будьте уверены, Бог всегда на вашей стороне. Всего доброго, до свидания. До свидания вам, друзья. До свидания. Всего доброго.